На этом же заседании члены правительства подвели итоги диспансеризации и взрослого населения области в прошлом году. Полностью медосмотр прошли около 140 тысяч человек. Правда, это всего лишь половина от первоначального плана. Наиболее активными были кировчане в возрасте от 39 до 60 лет. В итоге выявлено почти 20 тысяч случаев заболеваний. Самыми частыми признаны болезни системы кровообращения.